новую выставку. Выставку, которая открывает страницы, не очень часто упоминаемые в нашей истории. Речь идет о педиатрах блокадного города. Эта выставка организована нами совместно с Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом. И открывает выставку в этот святой для каждого ленинградца петербуржца день Александр Ильич Беглов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья, ленинградцы, петербуржцы. Сегодня мы отмечаем нашу скорбную дату. 80 лет тому назад замкнулось блокадное кольцо. И вот только за 5 месяцев 42 года в городе было создано 85 детских домов. В них воспитывалось 30 тысяч детишек. Я думаю, что эта выставка будет интересная абсолютно для широкого круга жителей нашего города и гостей нашего города, которая напоминает о том мужестве, с которым медики прошли блокадные годы, и благодарность детей медицинским работникам. Спасибо.